Три. Включила камеру. Включила, вон, видишь? Ты видела это? Мне очень нравится. Класс! Она у них вот так ходит. Во! А, это голова. Это голова. Давай, раз. Падай. Все нормально. Раз. Три. Всем привет! И вы на канале Дистория. И это реакция на Леди Диану «Мама не узнает». Да еще на Вику Шоу они двое были в трендах. Да, но на Вики Шоу реакция выйдет завтра. И вы должны помочь нам выбрать, какой клип мы будем переделывать на нашу пародию. Голосуйте ВКонтакте и Инстаграме. А мы начинаем. Поехали! Леди Диана, мама не узнает. Мне очень нравится ее канал. Подписывайтесь на нее. Начинаем? Да. Я жду от этого клипа вообще, что-то бомба. Я тоже жду. Мы специально, кстати, не смотрим клипы. Чтобы потом показать вам реакцию. Это Леди Диана. Блин, тоже такой костюмчик хочу. Прости меня, что я красива так. Тебе ответила, да, это было прикольно. Что ты и не заметила. Типа, когда мама уезжает. Нет, ты видела? Там единорог. Нет, а, это типа плавающий этот? Нет, настоящий какой-то. Да-да-да. Блин, прикольно. Типа подростки, когда мама уезжает, делают вечеринки, особенно в Америке или вообще в сериалах каких-нибудь. Да. У Адиан такие помпончики. Ладно, продолжаем. Пока тебя не дома, я устраиваю движи, и басы ударят громом от Киева до Парижа. Соберется моя туса, и мы будем до угара. Знаю, ты совсем не в курсе, но оно тебе не надо. А мама, а мама, а мама, тоже будем танцевать. Всегда. Вечеринки они типа устраивают. Да, я тоже хочу вечеринку теперь. Когда мама уедет куда-нибудь и папа, бабушка сделает. Ну да, устроим вечеринку. Вы этого не слышали. Драгдансе. Батл здесь. Классно вот это, да? Мальчик на мостике. Это Рома так умеет делать. Мурашки и по коже. Бабушка мне говорила, ты была точно такой же. А мама, а мама, а мама, мама не узнает. Мне очень нравится. У нее голос особенно. Да, классный голос. Он хочет уже петь, да? Это, наверное, мама сейчас будет. Ой. Няня? Она у них не такая, совсем не такая на видео. Она у них вот так ходит. Как робот. А где Артём? Капа вообще? Вот Капа. Капа увидела. Типа ботаники тоже пришли. А у неё жених. Но это не смешно. Ну как жених? Блин, классно. Блин, постарались прям супер. Вот вроде бы единорог. Нет, я опять не видела. Во! А,
это голова. Это голова единорога, давай-ка. Я думала, это единорог в начале. Это, видимо, мама. Тетя Илона. Как капа называют. О, точно мама. Точно мама. Вон, видишь, все прячут. Класс! А, тут показывают те, кто снимался. Это няня, Капа, мама, Ботан. Ну, как их называют, Ботан. Блин, классная пародия, прям, блин, постарались. Мне нравится ее голос и вообще лад этой пародии, как она энергичная какая-то, вообще супер. Просто такие эмоции. Обязательно подпишитесь. Да, и сейчас, через день будет, я повторяю, Вики-шоу пародия, и вы должны проголосовать, какая пародия лучше и под какую пародию нам снимать... Ой, и под какой клип нам снимать нашу пародию. А пока, всем пока! Увидимся завтра под пародией Вики-шоу. Пока-пока!